Привет, дорогие друзья, с вами на Волге. Всем привет, мы приехали, ваш любимый и наш любимый секонд-хенд, зигзаг удачи. Посмотрите панораму в окно. Собственно, куда мы заехали, в какие дебри, покажи. На гора у нас, да, называется. Конечная остановка 21 маршрут. 21 М, кто живет в Самаре, хочет посетить данный магазин, 21 М, сюда ходит единственный. Да, обратно, возможно, поедем на такси. Потому вот он, зигзаг. Да, обратно, наверное, они уже не будут ходить. Удачи. Меня, наверное, немножко потряхивает. Я опять без стабилизатора, потому что он тяжелый, его носить с собой. Ну, вот такой вход. Пойдемте смотреть. Кому интересно. Сегодня интересно, 50% скидки. Вот, пожалуйста. Пополам. Мы вас не обманываем, что мы именно сюда, да, заходим. Вот, 50%. Пойдемте с нами. Вот мы зашли в магазин. Вот такая здесь панорама. Обуви, я смотрю, мало уже осталось. Но мы подойдем. Если что-то увидим, вам покажем. Посмотрим сумки. Что здесь есть? 50% скидка. Вот смотрите, игрушки 150 рублей. Ну, сумок тоже уже мало. Уже как-то не такой. Вон портфельчик интересный. У нас такой был. Ага, вот такой. О, он тяжелый. Тяжелый. Он, потому что он был кожаный, у нас тоже был тяжелый. Ну, а что еще? Рюкзачки. Никак у нас не получается приехать сюда, когда новая коллекция. Ну, вот как-то не получается. Анфиса работает. Мне одной сюда как-то стрёмно ехать. Одной неинтересно. Вот это вот так ничего вообще. Для женщин. Ну, для женщин, да. Ага. А вон там вон рыженькая еще сумочка интересная. Вот это вот. Вот это мне нравится. Вот легонькая такая. Осенний вариант. Ага, симпатичная. Вот такие здесь. При бомбасике. Что-то тут с молнией, по-моему, какой-то коллапс, кто-то порвал ее. Ну, как обычно. Внутри хорошая подкладка. Подкладка. Что вы сказали? Не подклад, как все говорят. Подклад это в магии. А в сумке подкладка. Ну, такая сумочка интересная. Ну, на данный момент. Так, вот это. А вот это, посмотри. Давай сумочку покажем тоже. Цену мы не сказали-то. Здесь 500, значит 250. 250 рублей эта сумка. Да. Ничего так-то. Пожалуйста. Какая-то она, структура у нее как мех. Здесь как вот. Плюш. Что-то. Плюшевая, да. Ну, что-то такая наподобие. Уже более зимняя, не летняя, естественно. А вот эта вот летняя. Ой, какая-то она стрёмная. Угу. Как из клеёнки. Нет, она как это. Как рогожка? Да. А здесь как будто это клеенка. Ну, это летняя, прямо так. С цветочком. Что там внутри? Ну, ничего так. Нирваны цены. Аккуратно, а стоит сколько? Нет. Не знаю. Стоит. 500 рублей получается. Ой, это как моя бордовая, кстати. Угу. Мы ее не выбросили? Нет, конечно. Вот вообще похоже. А ручка интересная. Угу. Интересная кнопочка. Ручка. Вон какой-то ляп. Кнопочка. Ничего здесь. Так. Сумка получается 750. Она прям как новая. А вот это летняя. Вообще никаких дефектов. А это летняя, который летом. Смотри. Новая, да. Прям новье. Ну, поэтому 1500 стоит, да, цена. Внутри так интересненько все. Летняя. Вот на пляж ходить на Волгу. Интересно, по какой цене они ее поставят.
750 делите на 2. Делите. И вот еще интересненькое. Так-то интересненько. Да, такой? Да, жесткий, как будто как дермантин. Зато ни снег, ни дождь, ей не страшен. Надо. Кстати, а так она симпатичная. Хорошая. Я бы такую, может быть, даже бы взяла. Ну ничего, так. На осень. На зиму-то у меня с оленями есть. Вот симпатичная. Вот такая сумочка. Вот такая сумочка еще тут обнаружилась. Цвет, как говорят, сейчас пыльная роза, да? Берлик написано. Ну-ка. У меня вот. Есть фокус? Вроде есть. Симпатичная. Симпатичная. Фурнитура. Она такая легкая. Мягкая. Легкая и мягкая. Сюда положу кошелек. Кошелек. Телефон и пошел. Телефон. Мини-шоппер. Тут вот. Вот я не пойму, что тут такое. Тут вот нет вот этой вот, да? Или должна быть так. Просто просовываешь. Ну, короче, она стоит 750, но пополам. 350. 375. За 375 можно взять такую сумочку. Для разнообразия. Ну, наверное, я себе, может быть, возьму. Ну, думаю. Замок работает. Так вот. Замок работает. Замок работает, Анфиса говорит. Так, а здесь детские сумочки. Детских, как всегда. Ой, вот это вот тоже такая симпатичная детская сумочка. Цены у них, я вам сейчас скажу. Цена 250 пополам, 125 рублей. Рюкзачок. Такой вот. Вот такая вот интересная сумочка. Вот такой рюкзачок. Вязаная. Ой, вот это вот прикольная, смотри, какая. Угу. Прикольная вообще. 1000, значит, 500 рублей она стоит. Ну, это прикольно. Ну, это детская. Тут, видать, подарок тут был. А это же не... Или тоже детская считается? Да нет. Кошелечек типа а-ля радикюль. Косметичка. Косметичка. Здесь внутри зеркало. Надо же. Раньше так делали. Что тут еще есть? 350 рублей надо выделить. 175 рублей. Ну, симпатичная. Она же новая, да? Да. А это золотое яблоко? Угу. Золотое яблоко сюда залетело. Хорошее, кстати. Из джинсов сшито. Угу. Кому интересно, шейте. Посмотрим, да. Еще. Это что тут еще? Чего только не придумают. А вот это вот прям вот 50-е, 60-е годы. Такая прелесть. Меня мама любила маленькие сумочки. У нас столько их было. Целая коллекция. Вот такую интересную сумочку нашли. Сейчас Анфиса откроет. Кинзо. Парфюм. Кинзо. Вот так вот она открывается. И, соответственно, туда заглядываем. Угу. Для парфюма, что ли? Ну, наверное. Оп. Вот так. И а тут вот... Новый даже под пленкой буквы. Угу. Просто скинули, наверное. И сколько она получается у нас? 175 рублей. Вот, возьмем. Здесь рубашки. Что-то у меня с фокусом какая-то ерунда. Я сейчас вам покажу. В основном они размеры такие небольшие. Общие покажу. Вот. Какая прикольная. Так, вот. Тоже интересно. Сейчас пройдусь. Медленно.
Сейчас пойдем посмотрим, что там с обувью, что из обуви осталось. Брюки. Брюк много всегда здесь. Брюки в основном такие классические, видите? Ну, какая вот у них цена? 500 рублей, значит, 250 рублей дарма прям. Так, здесь обувь. Что-то Анфис тут нашла. Покажи маме. Показываю. Какая прелесть. Смотришь, что ли, в камеру? В камеру смотрю. 750 рублей пополам. Что там внутри? Размер? 38 вроде бы. Пишет Adidas. Adidas. Это ты по мере обязательно. Да, здесь. Ой, я бы себе бы такие прикупила. Вот еще одни, как смотри. Как у тебя? Только это не тебя. И без этого. Без чего? Без замочка. Будешь мерить? По мере. Где я хожу в штопках. Купили мне ботинки, но у меня что-то пока в них жарко. Не пойму, что там с подошвой. Посмотришь, в общем, берем, например. Покажу вам быстренько детскую. Нам-то ее не надо, но, может, кому интересно, завтра еще будет целый день 60% скидка. Так что приезжайте, тут остается. Мы уже под вечер пришли. Так что раскупить еще ничего практически не раскупит до завтра. Вот он детская. В общих чертах. А то нам не надо, и мы обычно не показываем. Но это уже не детские туфельки сюда залетели. Легонькие такие. Тапочки даже, вон там внизу есть шлюпки, сапоги, валашки и валеночки, подшитые, кстати, валенки вот есть подшитые. И стоит всего 175 рублей. Ага. Смотрите, я нашла какие. А это под собачий мех сделано. Видите, с каким орнаментом. Фокус. Сейчас я поправлю фокус. Вот, посмотрите. Так, стоит. Как что-то спряталось там все. Сейчас я секундочку найду. 500, значит, 250 рублей. Вот такая вот подошва, размер. Слушайте, ну мне так нравятся они. Туфли, вот смотрите, вообще новые, красные. Лаковые. Смотрите, даже вот вообще даже ни разу не надели. С наклейкой, супер. Какой размер? Т6. С открытым носиком. Вообще. Хороший такой. Чудесный. Мягкий лак. А мне вот куда в них? Некуда. Совершенно. Некуда. Ты посмотри эти чуни. Как они. Турбазы. Вот такие сапоги. Под ковбойские сделаны. Вот это вот сюда. Ну, как пол. Да, тут замочек. Вот тут. Полуказаки такие. 40-й. Хороший размер. Ну, не мой. Они еще и на меху, смотри. Сейчас. Мех как натуральный. И что? И сколько стоит?
750 надо делить. Делите на 2. А завтра цвет вообще хороший. Коричневый 60%. Тренд от осени. Вообще отличный спаги. Жалко, что не мой размер. А я уже на таких нет. Я уже не хожу в сапогах. Я хожу в ботинках. Так, а еще... Нет, ну есть кое-что, да. Ой, а вот для женщин. А легкие какие. Размер маленький. И они вот практически даже и не стоптанные. Тоже 250 рублей всего получается. Вот красивые. Это просто красивые. Тоже за 250 рублей. Так, ну что вам показать еще? Ботиночки. Такие вот есть. Утепленные. А внутри там такой мех. 100 рублей получается, да? Вот видите, вообще, какие интересные. Новые. Малин. 36-й. Это, по-моему, фирма Ашана. Ой, а это что такое за порнография? Смотри, какой каблук интересный. Такой сделали. Кофе с молоком. Вообще интересный получился сапог. Высокий ботфорд. Да. И кожа как крокодиловая. 500 рублей выходит. Прямо прелесть какая. Я бы в молодости бы себе бы такие бы прикупила бы. Ботиночки. Что тут еще интересного? Резиновые. Ботинки вон какие-то. Это уже, конечно, тут устали. Разношенные. Да. Паукены. Да, с жуками. Ага, интересные. И это размер большой. А так они новые, да? Да, они новые. Новые, смотрите, вообще. Жуками никто носить не захотел. Не одеванные вообще ни разу. Испанские. Испания. Может, мне это померить? Померить? Я бы с жуками бы запросто. А это как валенки они. Да, посмотрите. Валенки такие дорогие. А сделаны под казаки тоже. Смотрите, прям вяленые. Ага, увидели? Валенные, как они называют. Вот это классно. 700 рублей. Такой размерчик. 38, мой размер. 700, значит, 350 рублей. Немножко всего. Вот тут поношено. Вот видите, вот я вам показываю. Тут вот, видишь, маленько поношено. Текстуру. Отличная. Купят. Скоро зима. 35-37. Даже вот такие вот находы нашли. 35-37. Ну, у кого-то и такая нога. Затягивает впереди. У тебя были, помните, тебе покупали луноходы? Были. Серебряные. Да, классные. Коньки. Удобно в них было. Коньки фигурные. Причем стоит таких денег, где 750. Вы представляете? 750 пополам. А размер какой? Кому надо? Тридцать девять. Худовой. Да, хороший размер. И они... Фирма Спортмастера. Утепленные, да, они еще. У меня вот не утепленные, кстати. Они утепленные, смотрите. Хотя вот как я вам покажу, вот. Язычок и язычок. Даже по языку видно. Вот все. Такие вот. Кому надо коньки, практически даром.
пицца дороже стоит. Да, вот такая вот еще. А рыбки какие. Некоторые такие любят. 500 рублей. Вот типа таких мы искали. Да. И не нашли. 250 рублей выходит. И не нашли. Это есть, кстати, не помню. Понял. 24,5 написано. Может померить? Другое значение. Тоже под крокодилы мне нравится. Ага. Такие мягкие. Интересная интерпретация. Прям мягкие-мягкие. Очень хорошие ботиночки. И тут вот это такая вот. Смотри, как сделана вот эта вот. Вот эта штучка. Сейчас как показать. Одни блестки. И тут еще вот этот. Не знаю, какой размер, правда. Не видно. Ну, в общем, мы возьмем и вам покажем. Померяем. Вот такие еще интересные я нашла. Легкие. Лакост. $750. И вот такие вот. Ой, Анфиса унесла. Хотела показать. А это какой размер? Большой. Подожди, я покажу. Ты куда пошла? Спереди, сзади. Один сапог Анфиса одела. Ну, они мне большие. Ну-ка, поверни ногу. Потому что 40-й размер. Да. Я вам решила показать. Вот так вот они смотрятся. Ну, на носок. Нормально. Вот такие вот крокодильчики. Я за тобой не успеваю. Класс. Не, ну прикол. Прикиньте, я так три погибели тут за ней. Смотрится хорошо. Удобно у них? Да не знаю. Ну хорошо. Так, а вот эти вот жалко. Такие хорошие камуфляжные. Малый. Прям впритык. Шнурки такие добротные, кстати говоря. Хорошие. Сейчас такие ботиночки. Впритык мне. И носа эти нестираемые. Угу. Отличные просто. Жалко, что мало. Они тебе как раз? Ну, валенки. Не совсем мне комфортно. Какая прелесть. Прям казаки, казаки. Так они должны быть широкие на теплый носок. А вот здесь туговато. Не знаю. А такой вот. Ой, здесь очень вот теплый. Кожа, наверное, валенки. Валенки, конечно, шикарные. Вот здесь вот Ульги стоят, 750 рублей. Вот они вот так вот, их можно развернуть. Мех такой вот внутри весь. Не видно черный? Вот, посмотрите. Вот такой. А вот так вот они отвернуты. Можно их вот так вот, короче, вверх. Здоровые такие. 37-й. 750 пополам. Вот такие интересные. Хорошие. Тепленькие. Да. Здесь даже спецодежда вот есть. Белый халат, черный халат. А сколько вот этот черный халат? Тоже 750 рублей пополам. Вот тебе такой надо работать. Домерились. Анфиса у нас болит. Смотри, милицейская рубаха.
на резинке, камуфляж на резинке. Вот маленький, 500 да? рублей. Да тут как-то все маленькое. Вот только вот эти вот большие. Мне нужен черный халат на работу. Юбка, смотри. Военная юбка. Ну это просто кто может ищет. И вот такие теплые ватные штаны. Рост 158-164. Вот такие теплые ватные штаны. Новый совершенно халат, но у меня рост 160. Джинсов много. Даже вот я тут канадские нашла. И размер большой. Видите? Много. Чем-то интересное есть. Все размеры в основном маленькие. Интересно. Замочки прикольные. Ну, рваные уже не актуальны. Они уже антитренд. Рваные уже нет. Такой интересный комбинезончик. Жалко, что эсочка. Можно, видимо, поднять штаны. А тут вот... засучить. Да, тут какие-то... Ага, штучки. Кармашки. Плюш такой. Мягкий. С капюшоном. И с капюшоном. Размер S. И стоит 250 рублей на сегодняшний день. Ну, и вот такие кармашки сзади прикольные. Дерьмо. Жаль, что маленькие. Ага. Я бы взяла. Вот такие штанцы. Какая-то вон, смотрите. 2006. Смотри, Бразилия. Бразилия. Какие-то они. Ну какие? Это Бразилия. Футбольные, что ли, или как они? Спортивные. Спортивные, не знаю. Не только там у них футболисты, наверное, в Бразилии. А вот, а смотри, какие интересные тоже. С лямками. Угу, хороший. Ага. Бегать. Угу. Ну тут спортивные штанцы. Сейчас я тоже быстренько пройдусь. Не так уж много одежды. О. И самый сиз. Татарский цвет. Бой. Что, девочкам нельзя носить? Какая интересная кофта из пайеток. Смотрите. Сзади просто черная. А спереди вот такой вот мишка. Прикольная такая. Во всяком случае, я такой не видела еще. Такая кофточка. Размер, наверное, маленький. Тоже 750 пополам. Тут даже вот новые есть. Вот такая тоненькая. С такой этикеточкой. Хороший кофтик, только маленькая. Мне, например, маленькая. Анфиса такие не носит. Всякие кофточки. Цитас. Ой. Упала. Одной рукой не могу повесить. А вот. О, вот это на меня, наверное. Надо посмотреть. 2XL. Нет, ну а это вообще... Такого я точно не видела. Смотрите. Это маечка такая. Ты-ды-ды-ды. Ты-ды-ды-ды. Это футболка. И сзади. Это просто надо видеть. Жалко, Анфиса ушла. Издалека я не могу вам показать. Это не форма пионерская. Это кто не понял... На футболке нарисовано. Офигеть. Такого я еще точно не видела.
Это привет из России. Рубашка с матрешками. Рубашечки, кофточки. Ни одной рукой вообще неудобно. Ой, какая маленькая. Интересно. Зара. Зара. Капроновая. Так. Что тут? Тут джинсовая кофточка. Рубашечка. Тоже маленькая. Тут еще джинсовая рубашечка. Тоже маленькая. С длинным рукавом. Почему-то они все мятые. Все рубашки мятые, я не понимаю, почему. Раньше как-то вроде они глажные были. Так, что тут еще интересного? Такая вот разлетаечка. Вот, смотрите, какая интересная. С кошкой в пайетках. Три четверти рукав. XS. Такая вот. 250 рублей на сегодняшний день. Ой, вот такая вот. Принцесса в короне. Тоже интересная. Есть так. Можно так еще что-то выбрать. Вот интересная кофточка. Я люблю кого? Кстати, на пуговках. Это на клепочках, на кнопочках. Маленькая. Так вообще 250 рублей на сегодняшний день. Значит, у меня телефон глючит этот. Вот тоненькая. Тоненький свитерок. Прям тепленький такой. Тоненький. Интересный тоже. Очень много мятых вещей. Не успевают они, наверное. Ой, Санта-Клаус. Типа. Смотрите, вот с такой надписью надо ходить. Прикольно. Сейчас я ее... Анфисе может понравиться. Томми. Тепленькие есть кое-какие. Какие прикольные пингвины. Новый размер. Непонятный какой-то. Тоненькая. А вот. Вот интересно. Сейчас я ее в сторону повешу. Может, Анфиса померит. Покажем вам тогда. Скоро Новый год. Прелесть, правда?
Такая кофточка стоит на сегодняшний день 500 рублей. Она такая утепленная, видите? Ой, простите, я задела. Вот так вот она смотрится. Такой джемперочек. У меня маленький. Вы видите, сколько тут всего? Прикол. Прикол, да? Посмотрите, какая милота. Итальянская кофточка. Посмотрите, роза. А это как будто у нее такой стебелек. Вы видели это? Ой, ну прелесть же какая. Рукав 3/4 тоже. Ну, прелесть. Сделано в Италии. Это вообще, наверное, такая тепленькая. 750 напополам. Я такого еще не видела. Такая милота. Просто милота. Полтора часа здесь. Да, смотрите. Теплая такая кофточка. Ну, прелесть же, правда? Сейчас и сумки так идет. У меня сумка такая с такими. А вот это интересно, какая. Прям интересно. Смотрите, какая. С золотыми пуговицами. Вот такая вот. Такой кардиганчик. С кармашком. Ну, маленький он. Девочки, наверное, подростка. Или худенькой девушки. Микки Маус. Кто любит Микки Мауса? Такой интересный кардиганчик. Тут тепленькие все. Тоже кардиганчики, кофточки. Много-много-много. У нас опять получится больше часа. Если я все, я и так не хотела показывать так. Вот тоже интересная какая. Руки вот сюда. Вот так вот. Одевается. Разлетаечка. Прикольная. Кстати, разлетаечка. И вот такая девочка Микки Маусиха. Пиджаки я смотрела. И жакеты. И посмотрите, какой пиджачок я тут обнаружила. Посмотрите, какой. Он такой приятный на... Вот просто, просто, ну как сказать, по-русски и по-простому, на ощупь. Вот такая подкладка. На щип. Такие пуговицы. И он, походу, не мнется. Такой пиджак. Офигеть. Такая тут фирма. Непонятно чья. И 750 напополам. Надо его примерить. На, возьми, примерь. Так, а это Зара. Мэн мужской. Тоже интересный пиджачок. Тоже посмотрим. Тут на рукавах такие а-ля заплатки. На, тоже посмотрим. Сейчас мы быстренько здесь закончим. И что-то такое розовенькое. О, даже розовенькое. У меня в молодости типа такого был. Вот такие жакеты. И пойдем мы в кожу. Без рукавочка.
интересная, летняя, с юбочкой прикольно будет. Новая, кстати. И, кстати, Томми Хилфигер. Замша, кожа, это кожа, смотрите, кожа, 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 такой интересный пиджачок с рюшками, плащик. Кожа. Ну, достаточно широкий вот этот вот. Вот этот вот. Стоит 2000, значит 1000. Он прям как новый. Прям такой пальто, пальто скрипит. Слышите, скрипит? Скрипит. А с воротником замша. Типа. Типа или замша. Тоже, тоже не чушный такой. Пиджачки, курточки. Курточки. Что-то Анфисе плохо стало. Я, наверное, сейчас еще немножко и закругляться буду. Ой, а вот это вот. Ой, посмотрите, какая прелесть, лисичка какая. Пристегивается воротник и пристегивается рукава, курточка такая 3XL. Хотя, конечно, она, судя так по виду, не очень такая и большая. Я бы не сказала, что это 3XL. Ой, ну прелесть же какая. И цвет такой мне как раз подходит. Так вам видно, нет? То я опускаю, наверное. У меня уже спина болит. Все это тут тыркать, пыркать. Вы смотрите. Штаники. Ой, блин. Простите, ради бога. Шортики. Привет, 90-е. Юбочки. Платьица, юбочки. Сколько юбок? Сколько юбок? Платье. ₽500 стоит на сегодняшний день. Прям тоненькое, тоненькое. Сейчас вот такая вот надпись там. Зеленые штаны. Такие вот интересные штанцы и юбочки. Бордовые. И что тут еще? Какая-то интересная жилетка. Жилетка. Ну, у нас жилетки уже есть две. Уже, по-моему, Анфисе не надо. Платье. Тоже есть кое-что интересное. Люди смотрят. Такое летнее. Такое вот. Ой, какой-то а-ля Хэллоуин платье. Засвечивает, что ли, меня? И вот такой интересный вот. Смотрите. Сарафанчик. Коротенький. Кармашки. 750. Что там пишут? Ничего не пишут. Нигде ничего нет. Ку-ку. Ничего не видно. Всякие блестюлочки. Такая-то. Трикотажная.
длинным рукавом. Причем внизу тоже вон. Так, а вот прикольная тоже. Джинсы. Ну, короче, бам. Платьев много, надо смотреть. Выбирать мой платье. Он Анфис носит, я уже нет. Мне неудобно в платьях. Так вот. Ой, ой, смотрите. А юбка вон какая. Что-то такое испанское. Вот это юбка. Квасняк какой. Вот это новость. Такое даже мексиканское. Блестючки. Ничего так. Так. Тоже интересный сарафанчик. Ладно, хоть музыка не играет. Что-то это... Бубнят там. Ну вот. Много всего, надо просто смотреть и выбирать. Есть даже теплые, вот, вот какой, посмотрите, какой прикольный. Прям костюмчик для директора школы. Сверху вот такая вот. Короче, платье с длинным рукавом. Вот такой вот. И цвет приятный. И сверху вот такая вот. Сейчас я вам покажу. Вот так вот сзади разрез. Блин, прям на меня конкретно. Но мне такой не надо. Куда мне его? Прям мне понравился. Такой элегантный наряд. Вот так вот такие платьица. Платьица такие. Всякие разные. Я еще вам не надоела. Даже черные есть. С такой юбкой. Видите? Классные вообще. Вот такой мне нравится. Что-то такое монашеское. И мы переместились к игрушкам. Посмотрите, какая подушка. Ай-яй-яй-яй-яй. Сколько стоит? 350 на два. На два. Ой, тут всякие разные. Всякие разные интересные. Смотрите. Мы тут берем нашему... собачки, ну, вечно что-нибудь выискиваем. Ай, какой Матроскин. Смотри. Mm-hmm. Колпачки. Скоро пойдем мерить. Мы тут кое-что вот набрали. А мастику вон мы решили взять оленя. Давай еще игрушки покажу. Тут брюк. Немерено. Видите, сколько брюк? Два ряда. И с этой стороны, и с той. Игрушек много этот раз, в прошлый раз меньше было. Это господи, ты боже мой, какой кукленок, я офигею. Я еще детские не показывала, но детские я, наверное, сегодня не успею показать одежки.
Ты вези эту телегу, а то мне неудобно. Я сейчас быстренько пройдусь. А это кто? Такие ножки. Как она? Капабана? Какабана? Свинка. Да? Свинка? Игрушки какие-то страшные, непонятные. Ну, не все, конечно, кое-что понятно. Но какие-то... Нерусь. Нерусь, одним словом. Вообще олень. Ой, 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 смотри, какая милота с конфеткой. Какой олень. Какой грустный олень. Скажешь, все уже доходилось. Вот этого возьмем, такой грустный. Да. Блин, жалко так. Он такой грустный. Такими грустными глазками смотрит. Прям как живой. А вот собака с косточкой в кармане. А сколько цена-то хоть? Давай хоть примерно покажем. 350, такая большая собака. 100 рублей, значит, надо полтинник. Вот это, например, стоит 150, значит, 75. Вот такие примерно цены. Чтобы вы знали. Вот тут игрушки есть всякие-всякие, даже Микки Маус. Мишка с цветочком. Фух. Так, Белочка. Ой, вот это мне нравится. Интересный какой. Этот стоит 250. Но пополам. Страшилка. А это мои любимчики. Так. Вот здесь еще целый ряд платьев. Сейчас я пройду, потому что уже дофига. Мы снимали такое длинное видео, получается. Это сорочки. Комбинации. Видите? Такой цвет классный. Тут хбшная. У меня, наверное, больше часа будет видео. Вот какая красивая комбинация. Не снималось у меня ничего. Так вот. Кардиган какой-то интересный. Теплые халаты, пижамы. Там сорочки были и халат. Такое. Это называется платье салют. Вот пиджачок. Анфиса померила. Который я вам показываю. Но он как прям как летний. Он ей сходится. Что, я не понимаю, а как тут путь? А, вот. Но летом его не застегивают обычно. Вот так вот этот, смотрите, хорошо. Сидит хорошо. Но нет, я думаю. Вот. Такой пиджачок. Вот. Так вот. Что пишет? Ну, что пишет, не знаю. Тут. L46, 48, 50. Угу. Вот такой еще пиджачок.
жакет, скорее всего. Да, посмотри, повернись. Жакет. Вот, ну это прям отлично сел. Это жакет. Коричневый немножко маловат, а это прям отлично сел. Да? Жакет. Ну да, ничего. Сейчас я вот так вот покажу. Вот это снимаю. Лен, свали будет. Так, тут такие, это, что тут кармаш. Ну, как джинсовая, да? Как джинсовая ткань, да. Такая. Вот видите, прям как джинсовая. Что-то у меня глючит телефон, и это фокус пропадает. Так, кофточка. Анзихай. Ну, хорошо. Хорошо, тоненькая такая. Аккуратно с такими вещами. Кофточку возьмем, да? Да. 1500. Да, дорогая какая. Значит, 750 рублей. Ну, не знаю. Берем, не берем. Вот такая вот кофта. Вот, посмотрите. Деревья, птицы. Это компьютерная игра. Название компьютерной игры. И с капюшоном. Одень капюшон. Да, пожалуйста. О, Дарт Вейдер. Ну, классно. Ну, вот это вот возьмем. Хотя она 1500 стоит, да? Угу. Она новая. Значит, пополам 750. Птица. Птица, птица. Брюки. Какие брюки. Палаццо. Классные брюки. Это прошло. Брюк очень много. Оставь там. Я уже увезла. Смотри, какие брюки. Не, не хочу даже брюки смотреть. Сейчас я брать-то вот там. А вешь. Я не знаю. А я знаю. И я не знаю. Че подошло, че понравилось, то и бери. Так что мне вообще ничего. Я еще и снимаю. Вот тоже летний цвет классный. Смотрите, какие. Какие-то тут птички на брюках. Какие интересные, смотрите. Кожаные какие-то штучки. Внизу клёш и птички. Или что там такое? Да, бабочки. Какие интересные брюки. Юбочки. Интересная юбочка. С вышивками. Юбочки, юбочки.
Плессированная. Летняя. А это зимняя. Всяких много. Можно выбрать. Вот такая вот теплая есть. Вот. Так, а вот это вот что такое? Складочка. А посмотрите, там сколько детская одежда. На детскую одежду у меня уже времени хватает. Вот там, видите? Вот. Тут все детская одежда. И верхняя. Верхняя сегодня что-то не очень. Анфиса смотрела, ничего интересного там нет. Нашла одну куртку, но она и маловато. Детская там. Видите, навалено сколько. Это надо рыться еще целый час. А здесь текстиль. Что осталось? Я сейчас быстренько пройду. Теплое одеяло. Это наволочка, наверное. Такая наволочка. Еще наволочка. И вот детская одежда еще. Видите, сколько? Комбинезончик вот. Вот еще детская одежда. Вот. Курточка хорошая. Комбинезончик. Курточки. Курточка с капюшоном. Для мальчика. Хорошая так. Джинсовая даже вот есть. Какая малюська. Надо посмотреть. С капюшончиком. Посмотрим цену. Сегодня 500 рублей стоит. Дождевички. Ой, а вот какая. Ну, короче, много всего. Там еще вон. Вон. Верхняя детская одежда. На более таких взрослых детишек. Смотрите, какая яркая. Классная куртка. Хорошая какая. Видите цену? 1500, значит 750 рублей сегодня. Завтра дешевле будет. Ну, здесь уже ничего такого интересного не осталось. Ну все, друзья, сегодня верхнюю одежду, наверное, я не буду показывать. Хотя могу пройтись. Анфиса куда-то у меня упылила. Так, пройтись, показать без примерки. Хорошее пальто. Ой, здесь сколько детской одежды, посмотрите.
дождевик. Прикольный дождевик, кстати. Это типа плащик. Большой размер. Ух ты. Друзья, вам не кажется, что это на меня? Фиг знает, какой размер. Размер 62. Офигеть, надо померить его. Это пальтишко. Сейчас я сюда отложу. Мне под сумку. Ой, какой пальтишко. Какой цвет? Так. Курточки. Так, ну ладно, пойду померю. Пальтишко. Вот такой вот я нашла детское платье. Смотрите. А пальто у меня маловатенько. Так-то хорошо. Если бы не было молнии, а были бы пуговицы. Сколько детских вещей. Ну все, друзья. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, если вы еще не с нами. У нас интересно бывает. Пишите комментарии. Всем пока. Пока. Пока-пока.